Это Олеся. Всем привет. Что будем делать? Пеппу мыть. Мы будем мыть нашу... Сегодня мы будем купать нашу свинку Пеппу. Осторожненько, не тряси, пожалуйста, ее. Давай, сейчас мы вам покажем, как правильно купать свинку, чтобы она не перепугалась. Папа нам будет помогать. И сначала нужно немножко намочить водой, чтобы она немножко привыкла. Намочи просто раковину вот так. Теперь закрой воду и пустите ее побегать немножко по мокрому, чтобы она немножко привыкла к водичке. Подожди, пока не открывай. Водичку нужно теплую сделать, пусть она немножко попривыкнет. Пеппа, ты можешь побегать, не бойся. Можешь побегать. Угу. Ну давай, потихонечку открывай кран, потихоньку, чтобы она не испугалась. Потихоньку начинаем ее мочить. Водичка теплая должна быть. Не, главное не мочить ей глазки и ушки, чтобы у нее не намокли, чтобы водичка не попала в глазки и ушки. Ой. Пеппа сейчас у нас чистая, чистая станет, да, Пепочка? Будешь красавица. Подожди, тебе Алиска расчеркнет. Нормально, ей нравится. Вообще-то они любят купаться, свинки. Нравится. Так, Алис, ты сейчас папе дашь немножко шампуня, хорошо? Я? А руку мне? Тебе на руку? Папе на руку, на, выдали. Нет. Хватит. Давайте мылим сначала спинку хорошенько. Лапки мылим хорошенько. Алиса, иди встань туда на стульчик, куда тебе сказать. Встань, смотри, тебе папа ее даст. Тогда она будет уже чистенькая. Тихонечко водичку. Вот. Чтобы она даже не понимала. Это вода должна быть комнатной температуры тела ее, чтобы она даже не особо понимала, что это вообще вода. Ты мой папа маленький. Так, ей нравится. Нравится, конечно, еще вот. Ой, ей нравится, смотрите, она прямо в водичке такая успокоилась. Да, ты сейчас красавица станешь, Пеппа. Скажу обычку. Ой, красавица такая, да. А пузико помыли? Давай, Алис. Алис, держи хорошенько. Не, поставь. Вот, заматываем ее полотенчик. Вытирай хорошенечко. Вытираем хорошенько. Ой, чистенько. Вот, какая чистая. Смотри, какая чистая, красавица. Давай будем ее сушить. Алис, только фен нужно включить немножко, не сильно. Давайте фен включим. Давай я включу фен. И нужно ее начинать сушить издалека, чтобы она не испугалась. Немножко не поднести, чтобы ее не обжечь. Давай, сушим. Нужно проверять, чтобы не было очень горячей. Я сделала на единичку. Тихонечко. Очень осторожненько, чтобы она не боялась. Видишь?
Вот, смотри, как она притихла, потому что ей нравится. Видишь, она не убегает. Конечно, нравится, такая красавица получилась, да? О, она писает, потому что ей нравится. Конечно, нравится. Вот какая красивая. Потихоньку, конечно. Ну что, все? Красавица, давай покажем, какая наша Пепа стала красивая. Давай я ее поверну сюда, чтобы все, зайненька, уже хорошо причесали. Давай покажем Пепу. Посмотрите, какая она стала пушистая, красивая. Держи, Элис. Подожди, поверни ее хорошенько сюда. Красавица, чистая, причесанная, пушистая. Всем пока. Всем пока! Это...